разу у нас якось вирішили вибрати все те, з чого можна трошки посміятися. Я сподіваюся, що з цього таки можна буде посміятися, так показати, що відносини не є такими прямо ж важкими, як про це багато хто думає, так вони є досить такі простими, з них можна дійсно сміятися, і результат буде все одно, ну, не завжди хороший, але якийсь буде. Дякую, що завітали, насправді, незважаючи на таку цікаву березневу погоду. Насправді, знаєте, так, що називається сьогоднішній вечір «Подарунки кохання». І ми якось так вирішили зробити щось про відносини, про людей, про любов, про взаємовідносини між людьми. Хотіли якось це приурочити до початку весни, але ще сьогодні це точно не вдалося, принаймні з весною. От, да, ми, напевно, можемо починати. Можливо, кохання мене болить щомиті. Одні очі тернові, другі повні блакиті. Ті, що очі темніші, мов крижини холодні, а в очах холошкових я торкаюсь безодні. Не свари мене, мамо, я заплуталась, знаю, потопаю я в чорних, а в блакитних згораю. В лабіринту не вийде, як весні не вертати, і на токарядний я не знаю досяг. Доброго вечора. Так ось ви яка. Саме такою я вас уявляв. Перепрошую, ми знайомі? Та ні, такого красунчика я точно запам'ятала. Але ж у вас також троянда. Так, і? Отже, ви є моя прекрасна незнайомка. Ваша незнайомка? Добре, що? Зачекайте. Але ж у вас має бути призначене сліпе побачення з незнайомцем, з трояндою, тобто зі мною. Ні, ви, напевно, помилилися. В мене не призначено ніякого побачення. Я хотіла просто попити кави на самоті. Може, вона мене обдурила цього. Не може бути. Можна посяду до вас? Взагалі? Ну, скажіть мені, будь ласка, яке слово з фрази. Я хотіла попити кави наодинці. Цього бавдору не зрозумів. Юлія. Так, мені здається, я вас знаю. Ви подруга не так? Так, тепер він ще хоче, щоб ми подивилися зустрічі випадково. Так, я і Анет, ми знайомі цілу вічність. Щось пригадую. Клаус? Звичайно, Анет? Так, Клаус, тепер дивися мені, слухай мій голос після цієї ночі ця. Крутітка лежатиме в твоєму ліжку. Ти, Клаус, якщо ти все-таки додумався слухати не мене, а то Богдара, який десь там трясеться з закладу твого мозку, то краще б сидів вдома і розглядав би голос його слухати. Що за касоротка? Юлька, скажи йому одне слово. Відвали цього Богдара з ним не жодних шансів. Принаймні, в цій сорочці. До речі, відвалять хорошу каву. Може, спробуєш? Ні, пробач, в мене обмаль часу. Які ми вирадливі! Які звабливі, які вирадливі. Можемо построїти себе на доторкану красуню, так? А це ти веселішніше більше. Він милий, гарні очі, характерне підборіддя. І він намагається бути вічливим. Він дійсно милий. А сорочка? Ну що ж, у хлопців завжди було важко з відчуттям стилю. Для цього їм потрібні дівчата. Ти часто сюди приходиш? О, так, перерок або після роботи. Я керівник одного невеличкого підприємства. А те слово невеличкого, а твоя кішка і ти. Це, мабуть, так виснажує. Ну, це всього-навсього 14 годин робочий день, але це для мене норма. Так, значить, для дівчини я часу нема. Але в нього хоч гроші є. Ну, гроші компенсують брак часу. Це стерво постійно цікавить лише гроші. Юлечко. Золото, ну що воно робить у твоїй голові? Якщо їй потрібні гроші, нехай переселиться в іншу голову. Таких повій достатньо, а ми не якась там повія, щоб зустрічатись лише через гроші. Клаусе, я не можу повірити, ти її знайшов, своє ідеальне кохання. Тепер, Клаусе, ти ніколи не повинен відпустити його. Відпустити її таку красиву дівчину, тому що вона є твоєю єдиною.
Ні, хто з'явився? Наш принц на білому коні. За останнє такої черівної співчутливо ми піяли півроку. Викандувався посилаючи. Ні, дякую. Цього разу ми слухаємо мене. Фокусуйся на ній, розв'язуй ковідло. Чого ти витріщився взагалі? О, Боже мій. Невже макіяж узмалився? Ви побувачили його ще з замовою? Доброго Ольга, будь ласка, принесіть нам дві кави для мене, для цієї чудової пані. Ні, дякую. Принесіть. Мій би хоче запитатися в тебе. То нехай сам платить за це огидне пиво. Як завжди не відбувати очі. Ніколи це негайно перестань. Ти не повинен заглядати на інших дівчат, тому що ти втратиш своє справжнє кохання, Клаусе. А ти ще в університеті чи... Ще вночі ми таки позабавляємось. А яка спеціальність? Ну, в мене дві спеціальності. Угорська мова та географія. Таки позабавляємось. Дві спеціальності. Боже, яка вона розумна. І чарівна. Клаусе, ти справжній везунчик, якщо ти знайшов собі таку чарівну і розумну дівчину. Люблю розумних дівчат, вони вправні в ліжку. Тоді ти мусиш мені обов'язково розповісти, де знаходиться Угорщина. Боже, Юрій, я не розумію, чому ми ще досі сидимо в ньому. У нас не буває зустрічі справи, ніж сидіти і слухатися тут і жарти. До речі, вони комусь сказали, що ти розійшлася з хлопцем. Він тебе ну, правда, цього мене уточняло. Мені не почулося? Її серце досі вільне. Боже, зроби так, щоб її серце було вільним справді. Це моя найдоповітніша мрія. Ну, якось одночасно помітили, що ми одного одному не підходимо. Ну, точніше, ми помітили, що в нього стоїть фіточку, набагато все краще, і вона підходить. Як довго ви були разом? Ще твої біографії складають. Це називається чуйність. Чоловіки так рідко бувають чуйними. До того ж, цей Клаус такий милий. Два роки. Це ж, звісно, боляче для тебе. Ні, мені так подобається, коли мій хлопець кидає мене заради іншого. Дівчинко, золотко, заспокойте стерва, доки вона нічого не зіпсувала. Клаус ніколи б нічого подібного не зробив би. Отже, Клаусе, тепер наш світ просто красивіша дівчина, нема хлопця, і ми, напевно, можемо на них позабити. На підлогу, на тиждень, ночі було поставити. Ні, Клаусе, ніякої більше тижня або ночі. Клаусе, зрозумій, у нас серйозні наміри. Ми пошукаємо свого справжнього кохання. Наш більше не цікавить ці тваринні інстинкти на одну ніч. Ну, ви могли залишитись друзями. Клаусе, дружба між чоловіком і жінкою закінчиться у ліжку. Так, ми зупинилися. Поки ти не запрошуючи цієї паски. Але про що? Вибач, я до тебе почекаю сос. Не варто до цього. Та що ж, це нормально. Боже, він не може поговорити про щось інше. Смотри, Клаусе, ти потроху стаєш до неї ближче. Головне, доведи їй, що тільки ти так дати мені кохати. А краще купи за груди, поцілуй. Так, ти сам до нас зборі дівки на сцені танцюєш. Але ти знаєш, квитки так важко дістати. Це точно. На рішає місце важко. Тому частіше дивився фільми, звісно, що відомих режисерів. Як тобі фільм «Інтермар Баланта Автопрактикус»? Вікала ж не зділа тобі туди два рази, чи два рази заснула? О, це режисерчик з Данії? Аргентинський. Це жінка. Я не знаю. Це блискучий фільм. Щавий. Я вірю, що на відміну від твого колишнього Клаус дійсно розуміє цей філософський фільм. Я ж кажу, ще один у мій був. Може нам тоді сходити разом в кіно? Отак. Тільки все таки тут вип'єш подмійний стрес. Або візьмеш собою книжку. Та ладно, Клаусе, не тупи, запроси і не побачиш. Я потім затягнув ліжку, а? Ні, Клаусе, головне не поспішай, тобі можна лякати. Да, дівки родиш відбувало швидко і грубо. Ні, ми джентльмени, а не якісь там булочні пацани.
З останнього довгоногою кралою ми були так само джентльменами, а не якимось там вуличними. А от ти класки без бидлом. Ну, можливо, у нас особливий підхід. Да, знаю цей підхід. Ну, ми можемо зайти? Клауса, побач, але в мене обмаг час, мені потрібно прийти. Шкода було так приємно з тобою поспілкуватися. От стерва, от бачиш, чувак, от з твоїми особливими підходами замість дівок якась інтернет. Та ладно, чувак, поцілуй! Ти думаєш, чому так вільно збирається? Вона хоче, щоб ти писав прям тут. Ні, Клавасе, не на першому побаченні. Жінки такого не люблять. Та ладно, часи, що тебе двоє вже не буде, Клаус, не тупи. Жінки хочуть показати свою незалежність, Клаусе. Як жити в нілиським бредом? Може би, ні, я тут ще стрінус? Це так, неочікувано. Юнка, ти ж не на свій усміла. Я тобі дам свій телефон, раптом ти захочеш зв'язатися. Так, але війню дві останні цифри. Юля, не слухай ту астерву, вона псує тобі життя. Ні, ти послухаєш, рух як свого Бобдера просто не витримає. Отак от, спокійно. Це зовсім не твоя заслуга. Якщо він на слугу подбує, то їй сьогодні я все. Гарно, дякую. Па-па. Це все через тебе, через твою наглість. Чоловіки не люблять такого. Итак, дорогие друзья, как вы знаете, правительство проявляет неустанную заботу о медицине. Мы тут не нищие, но мы без средств. Проявите. Поэтому, черт, это ординаторская, посторонним нельзя. Доктор, вы меня не узнаете? Это же я, Джейн. Джейн? Сестра Тейт, вы совсем не изменились. Да уж, что-то вы меня сразу же узнали. Нет, ну, насколько я помню, вы были самой красивой и самой толковой. И, наверное, помните, что оказалось самой уступчивой. Ну, с другими медсестрами у меня и правда не было того, что с вами. Конечно, только с некоторыми. Послушайте, Джейн, ну, вы же знаете, я счастлив в браке, и вы знаете, я готовлюсь к конференции, поэтому у меня совсем немного времени. Рад был вас видеть. Надо было вам еще 18 лет назад сказать, что тогда я ждала... Ждали чего? Ну, чего я, по-вашему, могла ждать после того, что у нас с вами было? Ну, вероятно, повторение. Я уволилась, потому что ждала ребенка. Ребенка? Ребенка? А вы уверены, что это... На все сто. У меня, кроме вас, тогда никого не было. Понятно. Я хотела сказать вам раньше, но не хотела вам портить жизнь. Вы так много... Да, сегодня вы мне решили ее все-таки испортить. Замечательно. С чего этот друг? Ради Лесси. Лесси? Лесси, так вашу дочку зовут. То есть у нас девочка. Ей 18 лет, смею заметить, что она давно уже не девочка. И что она знает обо мне? Я сказала, что ее отец, мистер Тейт, погиб, когда Лесси была еще совсем маленькая. Очень разумно. При восхождении на горную вершину в Гималаях. Гималаях. Я хотела, чтобы дочка представляла отца в героическом ореоле. Очень мудро. Ну, а вчера сказала ей правду. Правду? Вчера ей исполнилось 18. А им вы решили сделать ей сюрприз. И что же вы ей сказали? Что когда-то у меня был роман с одним молодым врачом из этой больницы. То есть моего имени вы не называли? Нет. Утром ей было ужасно плохо, ночью она не могла уснуть, приняла снотворное. Оно ей не помогло, тогда она взяла шампанское, так еще и сверху взяла все это бутылкой джина. Если бы вы приняли такой же коктейль 18 лет тому назад, у нас бы сейчас не было бы никаких проблем. Она в жуткой истерике сказала, что поедет сюда. И вот она здесь внизу. Она внизу?
Уделите ей хоть пару минут. Нет, 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 это исключено. Оставьте свой номер телефона, я вам вечером перезвоню. Да ведь это же совсем не то. Послушайте, у меня совершенно нет времени. Спускайтесь вниз и уходите отсюда побыстрее. Да я не могу, там же с ней сержант полиции, который ее арестовал. Арестовал? Ну, конечно, превышение скорости, отсутствие страховки, управление автомобилем в нетрезвом виде, так еще и оскорбление полицейского. Слушай, Дэвид, дружище, не сейчас. Но глава сказал, извините, он тебя ждет. Скажи ему, что сейчас буду там у вас своим ребят, со своим докладом. Я, между прочим, сам. У меня еще на мамин пирог не приходил. Можно есть уже. Сестра Тейт, неужели это вы какими судьбами? Я не понял, вы что, знаете друг друга? Не знал, ведь мы были все вместе одна веселая компания. Помню, вы с ней так вдвоем весело общались. Рад вас видеть. Я тоже, доктор Бонни. А вы берете потрясающе, ну, по делу и просто так? Просто так. Зашла просто так, но я заодно решила узнать, нет ли у нас работы. Ну, а работы у нас нет. Да, нам же постоянно требуются медсестры. Дружище, нам нужны молодые медсестры, а в услугах пожилых медсестр мы не очень нуждаемся. Поэтому вы простите, мисс Тейт, времени у вас совсем мало. До свидания. Мисс Тейт, может, выпить с нами рюмочку в случае встречи? Мисс Тейт не пьет. Да? А в прежние времена помните дела? В прежние времена, друг мой, мисс Тейт делала много чего, о чем сегодня сожалеет. Да, веселые были денечки, а вы не быстро выскочили замуж за какой-нибудь принц? Да, да, выскочила. И чем же вы этим занимались? Слушай, друг мой, мне совсем неприятно об этом говорить, она мне уже все рассказала. Ее муж погиб, сорвался с вершины в Гималаях. Не то слово. И давно же? Да, давно. Ужас. А дети? Нет. Детей у мисс Тейт нет, и не было, и, собственно, особенно дочери у меня никогда не было. Кошмар. Жизнь не сломана. Дружище, иди готовься к конференции. Я же сказала сержанту, что по закону она может требовать, чтобы в полицейский участок ее сопровождал отец. Черт. Ну и вот они, сержант, позволил мне подняться и разыскать вас. Так вот. Поднялись, не разыскали, попытка не удалась, спускайтесь вниз, берите ее и скажите ей, чтобы она побыстрее выбиралась отсюда. Если сорвется конференция из-за нашей милой Лесси. Здравствуй, дорогая. Наша милая Лесси, в общем, собственно, об этом я вам как раз с миссис Лесси и говорил. Познакомьтесь, это миссис Лесси. Это моя супруга, мисс Мортимер. Миссис Лесси, а вы что же здесь работаете? Нет, 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 нет. Миссис Лесси здесь пришла навестить своего супруга, мистера Лесси. Странная фамилия. Я думала, что это что-то женское. Я тоже так думал. Ты знаешь, но миссис Лесси рассказала мне, что это давняя французская фамилия. Так вот, миссис Лесси, собственно, пришла, навестила мужа и уже как раз уходила. Я ее собирался провести к выходу. Как быть сержантом? С кем? Сержанту скажите, что ваш супруг не сможет в этом году участвовать в армейских сборах. Слишком уж он плох. Я где-то тут забыл свои конфетки. О, вы еще здесь? Чудно. Конфетку? Она очень переживает за своего мужа. Его фамилия Лесси. Лесси? Правда? Он здесь лежит у вас во втором отделении. Кто? Супруг миссис Лесси. Супруг миссис Лесси умер. О, боже мой! Потрясающе бессердечно. О чем ты? Вот так вот обрушить на человека такую новость. Это жестоко, чтобы не сказать больше. Не соболезненно. Да что случилось? Да я в курсе. Он в Гималаях разбился. Где разбился?
мала, я купался в шинах. Ну, а как у тебя он оказался вообще? Ну, наверное, в карабке. Ну, вообще-то еще 5 минут назад был здесь. Кто? Да перестаньте, Хьюберт, супруг миссис Ласси. Ее супруг был здесь? Послушайте, друзья мои, вы оба заблуждаетесь. На самом деле, супруг миссис Ласси и правда погиб в Гималаях, сорвался с вершины. Но это был ее первый муж. А мистер Ласси... Пациент нашей больницы, ее второй муж. Второй муж? Вот-вот. А я-то думал, так вот вы зашли мужа навестить. А вот именно, пришла, навестила и уже уходит. А я-то думал сначала, что она хотела с нами повидаться. Нет, ну с нами она тоже хотела повидаться. Мы ведь ее, его в смысле, лечащие врачи. Кто? Мы? Лесси. Разве? Дружище, ну ты же не можешь помнить фамилии всех своих пациентов. Вообще-то именно хорошо запоминаю. Лесси, Лесси, Лесси. А чем ты лёг? На обследование. Так, я тоже не посоветовал. Типичный случай — гипертония. И какую же мы ему сделали операцию? Операцию? На прямой кишке. Секундочку, значит, он лёг с нам с гипертонией. Ну, а попутно мы у него нашли геморрой, и хватит об этом. Алло? О, боже, там Лесси опять разнервничалась. Да, я сейчас спущу, сейчас. Наберёшь. Итак, дорогие друзья, наше правительство проявляет неустанную заботу о медицине. Мы тут не нищие, но мы... Да. Что? Она что? Она убежала от полицейского? Куда она ему двинула? Нет, слава богу, здесь ее еще нет. Последнее слово беру. Да, ординаторская, посторонним нельзя. Я свою маму ищу. Она сюда поднималась и общалась с каким-то врачом. А вы, наверное, с ней разминулись. Она только что поехала вниз. А вы тут что, тоже врачом работаете? Я? Нет. Я здесь не врач, я здесь больной. Больной? Пациент этой больницы. Но я уже иду на поправление, а всем, кто идет на поправление, выдают, собственно, одежду и заставляют заниматься... всякой канцелярской работы или координаторской, так сказать. Она мать потеряла. Найди своего отца. Безумного. Что делать, Дрюндов? Бог дал, Бог взял. Отстаньте вы от меня и больному этому скажите, чтобы отстал. Больному? Ну, вполне естественно. Потери матери, нервный шок. Я отца потеряла. Как? И отца тоже? Отца она попросту не может найти. Ну, это слава богу. Обоих родителей в один день было бы слишком. У нее только что умерла мать. Я хочу найти своего папу. Он такие идите и ищите его же. Розмари, дорогая, предоставь это нам, а мы предоставим это врачу. Да не надо, я лучше сама его найду. Доктор Мортимер, вы должны сейчас же все рассказать Лесси. Джейн, потише, все же откроется. Ну же, извините. Мадам, а кто вы будете? Я ее мать. Мать? Да, я ее мать, и я должна сейчас же ее найти. Дэвид, не стоит мать этой девушки? Послушай, Хьюберт, я должен тебе кое-что сказать. Не стоит мать этой девушки. Но она же сказала, что у нее нет семьи. Солгала.
Это ее дочь, незаконно рожденная. Незаконно рожденная? Она никогда не была замужем. Девушка? Какая девушка, Хьюберт? Не тупи, мистейк! Никогда. Ну, погоди. А как же ее муж, который в Гималайях? Ну, это тот второй, который, ну, гипертония, геморрой. Боже мой, да чушь это с гипертонией, геморроями, гималаями не было она замужем. Это ее дочь, это девушка. Последствия ее романа с одним из врачей из этой больницы. Невероятно. Дружище, сейчас ты будешь удивлен еще больше. Потому что отец этой девушки. Кто? Ты. Да, друг мой, ты. Да я клянусь, у меня с ним в жизни ничего не было. Я знаю, у тебя не было, мне признаваться нельзя. Скоро конференция, я должен стать главврачом, а еще у меня есть хитрая и подлая жена. Ну, погоди, хочешь сказать, что отец этой девушки ты? Браво, Эврика, дружище. Но девушка, по идее, про тебя ничего не знает. Вот, она знает, что ее отец, врач, который работал в этой больнице тогда и работает сейчас. Ты подходишь на эту роль просто идеально. Да, не считая одной мелочи, сестру ты соблазнил вовсе не я. Послушай, был бы у тебя хоть малейший шанс, ты бы это сделал. Бы считается. Как друга прошу, пожалуйста, выручи меня. Это всего-навсего на час. Ну, тебе нужно сказать, что ты ее отец, ну, и отвезти ее в полицейский участок. Полицейский участок. Это мелкие формальности, небольшие нарушения правил дорожного движения. После конференции я во всем сознаюсь, клянусь. Обещаю? Клянусь. Нет, такой роль мне не сыграть. Я ухожу. Ну, то вы-то что еще здесь делаете? Я отсюда не уйду, пока не найду своего отца. Так вот же он, ваш отец, только что вышел из этого кабинета. Это смешной мой папа. Конечно же, это ваш отец. Я его нашла. Вот и отлично, пойдемте, я вас с ним познакомлю. Боже, как я счастлива за вас обоих. Я нашла его. Вот он, мой родимый. Здравствуй, папа. Здравствуй, доченька. Кто твой папа? Доктор Бонни? Бонни? Какая классная фамилия. Бонни. Папа Бонни. Мы дико счастливы. Скажи папам. Вот видите, девушка счастлива, они оба счастливы. Поэтому берите их обоих, спускайтесь вниз и дуйте в полицейский участок. Хьюберт. Доктор Хьюберт Бонни. Нам предстоит так много узнать друг о друге, да, папа? О, да. Хьюберт, я не могу допустить... Можете, можете допустить, и они же счастливы. Господи, дорогой, что здесь происходит? У тебя до конференции всего 15 минут. Не знаю. Ой, а вашего отца вам нашли? Нашли, нашли. Слава Богу, погодите, ваш отец доктор Бонни? Я ничего не говорю, вы просто профиль сравните. Хьюберт, я увидела вас в новом свете. В самом деле? Хьюберт, вы тронули самое мое сердце. Нет, все, я не могу больше потерпеть. В конце концов, я мужчина, я должен отвечать за свои поступки. Дорогая, я должен рассказать тебе всю правду. Ты будешь шокирован. Доктор Мортимер. Мы должны во всем сознаться. Дорогая, эта девушка, отец этой девушки... Самый классный в мире. Эта девушка моя дочь. Твоя дочь? Ну, моя и сестры. То есть? Понимаешь, я был молод, красив и сексуален. То есть ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что она не владела собой. Я ее владела. Это вы куда гнете? Моя мать не связалась бы с таким, как он. Послушай, это было 19 лет тому назад. Да будь бы хоть Джонни Деппом, она бы на вас не запала. Мой папа доктор Бонни, правда? Леся, я... Он умный, добрый и хороший. Он мой идеал. А вы индюк. И никак я до вас не похожа. Не могли бы быть моим отцом. Ну, лучше бы не мог, но, к сожалению, я не являюсь. Мама, скажи, что он бьет. Леся... Скажи, что он бьет, я же нашла своего отца. Разве нет, это доктор Бонни? Конечно, доченька, конечно, это я. Спасибо тебе, дается помощь, но знаешь, не нужно брать эту ответственность на себя. Не нужно.
я знала. Мой папа врать не будет. Я за папом. Ясное дело. Спасибо тебе еще раз, но знаешь, я рад, что так получилось. Миссис Бонни, как вам нравится ваша новая фамилия? Гилберт, вы делаете мне предложение? Однажды я упустил свой шанс и был бы глупцом, если я повторил бы такую ошибку. Так, какое будет ваше решение? Вы согласны, любимая жена?